сидеть у нас с Петей, а мне там, если там есть компьютер, ВКонтакте посидеть. А у тебя сколько там френдов? Не помню. Ну, больше 100? Нет. Нет, а что так? Если не добавляю первых больших людей. У меня там друзья, только те, с которыми я дружу по-настоящему, ну, или видел их хотя бы раз в жизни. А у меня где-то 200, что ли, человек. Я там выложил фильмы свои. И там, в частности, есть фильм про маму про твою. Ты видела? Какой? Как называется? Называется «Хиппи Лав». Нет, не смотрел. Не смотрел? Нет. Это там, ну, про маму и про ее первого мужа, про папу Лёшу. Я знаю. Ну вот это видел? Ребята, а среди хиппи есть рабочие? Да, конечно. Довольно я сам много. Работал 6 лет на заводе на конвейере. С длинными волосами? Да. Меня там даже бригадиром избрали. Ну, честно говоря, я после этого разговора очень долго мучился. Я переживал и не мог никак себе переварить. Группа людей, которые как бы следуют другой стране, возможно, там я увидел человека, который пел песни на гитаре, играл. Причем песни с очень хорошими стихами, и это, ну, его песни, он сам написал. То есть сугубо человек-легенда. Ты? Да. Не все так говорят. Ну, выключай гитару, вот эту синюю. Полшага в сторону сна. У тебя могут быть... Понимаешь, я вот дабл-треки пишу в нулину, и тебя к этому призываю. Ну так, да? Не, ну давай попробуем вот такой драйв тут такой сделать. О, мне кажется, оно... Чай уже. Да, вот надо пить вот... Отсюда? Да. Раз, о! Ну я не помню, это старая такая, старая песня. Но это не его, не молодежная песня, это когда примерно мы познакомились, 88-й год. Как не будешь слушать? Полшага в сторону сна, еще 3D целовались. Полшага в сторону сна, еще 3D целы вниз. Я слышу, что у окна довольно скользкий карниз. Надоел этот чай, мне надоел этот день. Возможно, можно начать опять с нуля, но стоит ли лень? Полграмма в розовый дым, последний след колее. Здесь много мутной воды, но я уже не в струе. Едва ли стоит искать других доплывших до дна. Мы научились стрелять в того, кто может упасть. Гораздо легче попасть, такой не станет вилять. 100 000 правильных слов, 100 000 праведных дел. Мы воздвигаем предел из нерушимых основ. Дорога к Богу верна для обладателей виз. И если будет весна, вам воздадут за труды. Полшага в сторону сна. Слышу, что у окна довольно скользкий карниз. Душа остыла. Сейчас
лавочку солнце сядет, и все тогда уснут. Полшага в сторону сна. Для обладателей виз. Я слышу, что у окна довольно скользкий карниз. Гораздо проще попасть. На дубе вековом, в ларце, нашел дурак иглу в яйце.